Оберегать свою семью, помогать людям, передавать опыт, быть опорой не только для друзей и близких, но и для всей страны в случае беды. В преддверии 23 февраля мы хотим рассказать о настоящих мужчинах с большой буквы и о том, что это значит быть мужчиной. Ведь чтобы защищать Отечество, не обязательно носить погоны. Обычно папы – нечастые гости в школе. В случае с 15-й это совсем не так. В образовательном учреждении уже несколько лет действует совет отцов, который создали, чтобы решить проблемы, с которыми не всегда под силу справиться женщина. Как, наверное, в любой современной школе, много положительных моментов, но и есть проблемы. Например, алкоголизация подростков, наркомания и отсутствие, что важно, мужского воспитания, потому что много неполных семей. И это все характерно было и для нашей школы. Поэтому я, когда стала директором, об этом очень серьезно задумывалась. Ну и все мы знаем, что в школах работают в основном дамы. Вот. И мы решили в 2012 году создать такую замечательную организацию «Совет отцов». Летчики и полицейские, инженеры и педагоги. В «Совет отцов» входят папы самых разных профессий. Сообщаем под силу решить любые повседневные проблемы школы. От доставки учебников до ремонта классов. Активно подключаются папы к воспитанию учеников, а мамы этому только рады. Понятие «отчий дом», ну действительно «отчий», оно такое глубокое и с древних времен идет. И школа – это наш второй дом. Соответственно, он тоже должен быть отчим. И на основании как-то вот этого нашлись в нашей школе неравнодушные люди, которые на общественных началах, вот эти вот наши отцы, организовали такое вот движение – «Совет отцов». Перед глазами подрастающего поколения должен быть пример для подражания, уверены в школе. Только тогда воспитание принесет нужные плоды. Уроки мужества здесь давно стали традицией, но их в пятнашке ведут не только ветераны, но и папы учеников. Мы присутствуем на уроках, смотрим за поведением, также принимаем участие в собраниях с непростыми детьми, то есть пытаемся с ними поговорить, выходим в семьи. То есть общаемся с родителями ученика, который, допустим, не успевает или дисциплина хромает. Но все мы были детьми, все мы были мальчишками, и мы лучше понимаем это, чем мама. Мама, она скажет, топнет и все, а отец, он может поговорить. В этом году Совету отцов исполнится 5 лет, а начиналось все как эксперимент. Папам в основном отводилась функция физического воспитания. У нас по воскресеньям, по выходным проходят футбольные матчи. Мы играем в футбол, я люблю футбол. Вообще, совет отцов как бы нас двигает больше к спорту и хорошему воспитанию. Теперь совет отцов активно участвует в жизни школы, в воспитании трудных ребят. В приоритете – семейные ценности, уважение к старшим. Неспроста в преддверии 23 февраля на переменах звучат военные песни. В школе очень трепетно относятся к истории нашей Родины. Совет отцов нередко называют советом профилактики. Папа приходит на помощь, когда еще что-то можно изменить в лучшую сторону. Направить трудного подростка на истинный путь. Помочь и словом, и делом. Результаты такой работы говорят сами за себя. Ученики 15-й школы не замечены в серьезных правонарушениях. Число хулиганов сокращается. Быть мужчиной – это значит помогать людям, вовремя подставить плечо или протянуть руку. Именно руки Дмитрия Герасимова вернули не один десяток пациентов к полноценной жизни. Наш герой возглавляет Ивановский госпиталь для ветеранов войн. Но помимо административной работы, он еще и практикующий хирург. Специализация – микрохирургия, хирургия кисти и пластическая хирургия. Дмитрий Николаевич буквально перекраивает травмированные конечности. В большинстве случаев орган не просто удается сохранить, но и вернуть ему утраченные способности. То, что мне нравится заниматься, это работа с реконструкцией тканей, с созданием утраченных органов, ну и в том числе реплантацией конечностей. Это тоже интересно, потому что технически все отработано, а вот результат это больших усилий зависит и от врача, и от пациента. И если есть взаимодействие, взаимопонимание, то действительно можно добиться очень хороших результатов.
История прихода Дмитрия Герасимова в медицину не лишена романтизма. Будучи первоклассником, он попал в детскую хирургию и так был очарован атмосферой, людьми в белых халатах, что решил быть врачом. Весь путь становления как доктора прошел в стенах Ивановского госпиталя, от интерна до руководителя. Атмосфера какого-то таинства, вообще хирургии, вот эти запахи операционные, свет лампы, это завораживает. Ну, это очень интересная профессия. Я благодарен судьбе, что попал в эту специальность. Это очень интересно. Важную роль в становлении нашего героя как личности, человека и профессионала сыграла армия. В конце 80-х Дмитрий Герасимов служил наводчиком оружия среднего танка в группе советских войск в Германии. Это очень хорошая школа жизни. Она суровая, но она очень полезна в жизни. Богатейший опыт, особенно общение, мужская дружба, предательство, все вот это формирует характер. Теперь Дмитрий Николаевич служит своим пациентам. Форма одежды – белый халат. Каждодневно он на страже здоровья. Помогает побороть боль, комплексы и разочарования. Быть мужчиной – значит любить дело своей жизни, уверен тренер по спортивной гимнастике Александр Буков. На своем боевом посту, а точнее в тренировочном зале, он буквально всю жизнь. Спортом начал заниматься, говорит, поздно, в 8 лет. Каждодневные занятия, сборы, соревнования. Получил звание мастера спорта, вошел в состав сборной страны. Тренировать пришел туда же, где и начинал сам – в спортивную школу Олимпийского резерва номер 2. И вот стаж Александра Сергеевича уже 57 лет. Мужчина давно пенсионер, а работать продолжает. А в тренерской работе, конечно, это даже какое-то преимущество есть, потому что, обладая каким-то вот таким опытом, то они, многие молодые, начинают с чем-то столкнулись. Для их это так, что-то открытие какое-то. А тут ты проходишь мимо, ты уже это знаешь, ты уже это прошел. Работа у Александра Сергеевича физически и эмоционально затратная. Зато времени расслабиться и уступить возрасту не остается. До сих пор, несмотря на свои 78 лет, мужчина лично страхует маленьких спортсменов на перекладине. Приходится держать себя в форме. И тренером, и гимнастом все-таки лучше родиться. Конечно, все можно и благо приобрести, как говорят, но когда у тебя от рождения хорошая гибкость, хорошая силовая подготовка, если ты резкий, координированный, то это все не нужно развивать, оно все есть. Остается только тренеру взять и воспользоваться, и сложить это в один единый такой блок. Тренеру Букову есть с кого брать пример. В школе Олимпийского резерва работает еще один ветеран от спорта Геннадий Галынин. Ему 84. Как вот он ходил, потом ушел на пенсию. Но вот прошел уже год, он ни разу не опоздал, ни разу раньше не ушел с работы. Вот бывают такие чудаки, которые рождены вот для того, чтобы делать свое дело. Через руки тренера Букова прошли сотни спортсменов. За ним закрепилась слава педагога, который выращивает настоящих звезд. Его гордость – трехкратная чемпионка России Лейла Груздева. Вся жизнь тренера проходит в стремительном темпе, попытках добиться новых результатов, повысить уровень мастерства учеников. Некоторые из воспитанников Александра Сергеевича сейчас его коллеги. Ну, Александр Сергеевич, мы работаем давно. То есть я еще маленькой занималась, и у него занималась. Да, тренер строгий, справедливый, но, так скажем, добивает своих целей, то есть дети его любят. Александр Сергеевич – тренер-методист, обучает самым сложным элементам всех воспитанников школы. Тренируюсь я 6 раз в неделю. Тренер все по 3 часа, все 3 часа тренер рядом. Помогает, подсказывает ошибки, иногда кричит, чтобы гимнастику собраться. Работа Александра Букова – воспитание подрастающего поколения. Многие его ученики выросли и стали спасателями, военными, полицейскими. Сам Александр Сергеевич в армии не служил, но всю жизнь он только и занимается тем, что защищает светлое будущее своей страны.